Ребята, я не знаю, что делать. Всем привет. За мной едут три американца. Это просто какая-то жесть. My friend, guys, you come to me. Окей, nice. Я не знаю, что делать. Они просто валят за мной в треху. И сейчас, по ходу дела, будет мясо. Сейчас будет такое мясо. Просто офигеть. Сколько они... Они что-то не плывут за мной. Что-то не хотят. Yeah, come to me, guys, come. Впереди три лодки просто. Какие-то мертвые чуваки возле депо. Но здесь полное вакханалия творится. Сейчас попробуем к этим лодкам сплавать. Посмотрим, что сейчас будет. Здесь тоже за одним чуваком в треху идет преследование. У меня, по идее, вообще ничего нет. У меня 58 хп, есть копье и все. Чего они вообще творят? Сейчас я их попробую присобачить друг к другу. Будет весело. Hi, guys! Nice follow! Hello, guys! I'm coming with you, friendly! We kill you all, bitches! Stop it, bitches! А почему они все с копьями за одним, бедолагой? Stop it, bitches! Подожди, они что-то на него не атакуют. Stop it, bitches! Ё-моё, там револьвер! Одно хп! Одно хп! Жесть! Надо сваливать. Меня с револьвера кумарят. Это вообще не весело. Че, они так и продолжают за мной плыть? С копьями, с револьверами. Это просто жесть. Надо до дома как-то доехать. С одним хп и умереть возле дома. Чаще макала макала. Я не понимаю их язык, честно. Он отстал от меня или нет? Слушай, но здесь вообще нереально, по-моему, катать. Фу, слава богу, я на тех направил, они друг с другом все повоевали. Сейчас мне нужно доехать домой. И я не знаю, что мне делать, честно. Но это было жестоко. Это было настолько жестоко. В центре карты здесь вообще одному делать нечего. Здесь опять добро пожаловать, как с Раста. Просто все идут, я не знаю, толпами и пытаются тебя завалить. Но покатушки на, грубо говоря, покатушки на лодках, это, конечно, было нечто. Это просто самое топовое начало. Мне показалось, что это были японцы, может быть, а может быть, какие-то китайцы, я не знаю. Но они за мной ехали в треху. Потом мы увидели других, у которых были револьверы. И, но мне повезло, ребят. Как вы видите, мне повезло. Я сейчас долутываюсь и уезжаю домой. Подлутаемся здесь, чутарик. У меня, правда, есть одно... Ну, у меня есть копье, но одно хп, это я не знаю. Лучше, мне кажется, умереть как-то и... возродиться возле дома со 100 хп и попробовать опять сюда, что ли, приехать. Сейчас мы попробуем здесь подобывать. Но тех перестреляли, наверное, жестоко. Просто жестоко. Тихо. Аккуратно, главное, чтобы акула нас не завалила. Или эти чуваки с револьверами. Ну а что, молодцы, до револьвера уже дошли. Я думаю, мы сейчас тоже посмотрим, как нам дойти до револьвера. Револьвер, вот он с этого стрелял. Steel pipe, set of gears, aluminum plate. Steel pipe. Ну, там на самом деле немало надо. Я так понял, здесь вот их база. Я хотел бы подсмотреть, как они делают эти базы. Если меня не убьют, конечно. Но на лодках и уже с револьверами это что-то. А когда я увижу квадрик, мне просто нужно будет бежать. Мне один удар, и я труп. А я тут хожу, добываю какие-то эти скрэп-металлы. Ну, это просто жесть. Смотрите, сейчас... У меня 70 хп у моей лодки, они меня били, блин. Вот, я сейчас хочу... Смотрите, видите, вот сделал себе отсек под шоп. Классный, да, парень? Hello, man. I'm friendly. Go trade. Maybe trade. Нет, что-то они не хотят трейдиться. Ладно. Это какой-то чувак. И вот он здесь очень классно продумал вот эту штуку. Видите, он сделал как-то ворота. Мне бы тоже сделать эти ворота. И было бы супер. У него прям там как... Ой, не надо, пожалуйста. Подожди, это
Это тот чувак самый, давайте попробуем его заколбасить. Не знаю, получится, нет. You friendly? А как это там под водой кто-то? Акулы. О, тут горит уже что-то. Подождите, это вообще возле моего дома или нет? Здесь трупаки, а если их залутать? Ну, у меня одно хп. Здесь два трупа валяются и акула. Она меня сразу съест. Понимаете, в чем вся проблема-то? А где этот кореш? И где акула? Подожди, кореш... Кореш здесь. Акула тоже близко. Что делать-то? Ой-о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 й! Сваливаем отсюда вот нахрен! Одно хп! Иди сюда нам, куда надо ехать-то? А этот чувик за мной едет? О, господи, он за мной едет. Сейчас я посмотрю, куда мне ехать. Мне плыть надо вправо. Мне его нужно обмануть. Ну отстань от меня, ну чё он за мной плавает? А он тоже хочет лутануть, походу. Мне на один удар и все. Он хочет тоже залутать. Вот он смотрит. Он думает, что все нормально сейчас будет. Сейчас попробую сандалить ему в голову. В хедшот. Hello, man, you friendly? Hello, hello? You friendly? Все пытаются труп лутануть. Там всякие ништяки какие-то могут быть. Ах, он падла. Бай-бай! Ай, ну он же обманывает, он нифига не бай-бай. Так, трупак, где ты? Вот один вижу. Сейчас попробуем подлутать, посмотреть, что там. Ну он падла. Все, он заплыл. Акулы есть? Акул нету. Быстрее. Ну, тут кирка только. Они облутанные. Ну ладно, еще можно попробовать второго проверить на всякий пожарный. Вдруг повезет. Их уже обл... Ага, вон акула сразу. Оп! Не, мне на один удар, и я труп. Спасибо, я хочу ресурсы отвезти. Я тут хоть что-то налутал немного. Я реально хотел бы отвезти это все домой. Нет, на европейском сервере играть просто прикольно. Здесь такие просто трешаки происходят. Я где-то живу... О, мне сколько ехать-то туда надо? Главное, чтобы меня сейчас не сбрили, не убили и тому подобные вещи не сделали. Ладно, хоть вертолет я пока никакой не вижу. Так, подплываем и фармим. Главное, чтобы акула не съела. С одним хп мне нужно отвезти. Просто путешествую с одним хп. Тихо, куда ты меня ведешь? Все, поплыли. Хорошо. Вроде да, нормально плыву. Мне чуть левее, я могу через острова и там аккуратно уже посмотреть, что там может быть. Главное, на эту банду из трех чуваков не попасться никак. Они очень сумасшедшие. Плавают здесь. И акулы тоже, конечно. Ага, нормально. Сейчас будем смотреть по сторонам. Если какой-то лут забирать, вот под воду мне не очень хочется плавать, потому что там могут съесть акулы под водой. Потому что они реально появляются из ниоткуда. Хорошо, хорошо. И вроде я вот здесь ведь жил, насколько я помню. Точно, конечно, не знаю. Но сейчас проверим. Ракушки я пока не понял для чего. Будем разбираться. Вот эти замесы здесь были. Может, я пободрее лодку возьму? Вон там трупаки под водой. Все, их всех троих завалили. Офигеть. Ребята, их всех троих просто покарало. И акула где-то плывет, я вижу. Где вот она? Вот там внизу она плывет или где? Или это чайка? Давай. Ага, все пусто. Ну хоть оставьте хоть что-нибудь-то. Ну? Ну? Классно, меня убила акула. Меня убила акула, я даже не видел, откуда она меня смогла убить. Сейчас попробуем. Здесь сколько ресурсов-то было. Так, быстрее, 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 ребята, нам надо туда. Это кемп. Ух ты ж. И я завис немного, нормально. А, добывать пока нету времени. Быстрее, я где-то здесь рядом, где-то, да, здесь рядом, прям очень рядом. Нужно свой труп залутать, и там какие-то доски были и прочая хренотень. А сейчас налево как-то нужно уезжать. Вот, я не прям возле дома же.
А, там чувак плывет какой-то. Срочно, срочно, срочно. Какой мой труп-то был, я не помню. Какой-то из этих всех мой был труп. Так, там пофигу, где что забираем. Главное все забрать. В смысле, можем в любую эту штуку переехать. Где мой труп? Это мой? Нет, это не мой. Где же мой трупенский? И это не мой. А где тогда? Там пониже? А! Вот где-то здесь меня и убили. Опять эта акула. Тихо. Тихо. Дождите, три машины, да, моих вроде как? Ну, ё-моё, а где? Где мой лут? Сейчас посмотрим здесь, сколько их. Просто не вижу. И что-то, вот может быть, прямо вот под этой? Мой был, трупакенский. Ага, раз трупак, потом... Ну, я где-то возле них помер. Два облутанный. Вот это третий. Их три рядом, а где четвертый? Четвертого просто не видно. Акула, это хорошо, но где мой? Я все потерял. Их только трое. А где четвертый? Четыре лодки, три трупа. Не уйму. И что, если акула съедает все, она съела все мои ресурсы? Нет, серьезно, такого не может быть. Я не верю, я же три трупа облутал, три. Четвертого нету. Может быть, он забагал и в той лодке? Давайте посмотрим. Нет, там, по-моему, вообще нет никакого трупа. Получается, все ресурсы у акулы? Или нет? Я думал, я выживу с одним хп. А я не выжил. Смотрите, вот там кто-то валяется. Здесь вообще какие-то дикие стычки были. Ладно, теперь будем знать, что весь лут просрать можно вот таким вот образом. Кто это вообще лежит? Он даже не лутается. А его можно подфармить? О, лутается. Но нет, у него ничего нету. Обидно, конечно. Я думал, что я сейчас спокойно залутаю свой труп. Так этот хорошо уплывал от врагов и просто сдох от акулы. Какое-то мистическое место на самом деле. Может, появится? Четвертый. Четвертый должен чувак быть под водой, а его нету. Акула сгрызла меня с потрохами. Ну, сейчас там большие бадабумы будут. Ну вот там я смотрел. Сейчас взрыв будет. А вот этого я разве смотрел? Ну, по-моему, смотрел. Вот же он. Ну, я их смотрел. Это не я. Раз. Два. Ой, тихо. И три. Это все не я. А где мой? Непонятно. Обидка. Просто обидка. Может... О, сразу акулы плывут. Раз, два, три. Так, раз, два, три, да. Ну все, это фейл. Все, взрываются эти штуки. Ладно, а дом-то был близок. Давайте попробуем тогда в депо сплавать. Будет такая просто информативная серия. Я хотел с этими ресурсами поехать и достроить дом. Но, видать, я их зря фармил. Мне сейчас даже на копье не хватает. Что, у меня дерево есть? Мне нужно подфармить какую-нибудь кучку металлическую. Из этого обязательно сделать копье. Тогда будет более-менее уже неплохо. Ладно, плывем дальше. Может быть, сейчас на кого нарвемся. Может, даже победим какой-нибудь файт. Нам повезет, мы выиграем и останемся с лутом. Но чтобы выиграть файт, мне нужно кучку зафармить. Чтобы хотя бы было копье. И попробуем вот сюда. Так, давайте вот сюда посмотрим. Может, что есть? Есть кучка, вижу одну. Мне просто надо копье. Больше мне ничего не надо. Сейчас будем исследовать. Потихоньку исследовать строится, исследовать строится, исследовать строится. Давай, кучка. Что там? Болт. Болт и... Iron Scrap. Что, Iron Scrap даже... Так, Iron есть? Это есть. Пойдем наверх. Может, наверху что есть? Но здесь... Ага, вон вижу дерево еще. Здесь, как я понял, ничего еще не лутали. Так, мост вижу. Ну, есть ли смысл туда идти? Нет, там это труп. Туда нет смысла идти. Попробуем вернуться. Посмотреть, что... О, вижу кучку, отлично. А, это же мой дом.
это же мой дом. Кстати, его еще даже... На него даже еще не пытались залезть. Смотрите, я вам сейчас покажу, как просто и легко забрать у Олежи ресурсы. Если уже, наверное, не забрали. Сейчас я покажу, как это делается. Вот, подбегаете к мосту. Подбегаете к мостику. Потом разгоняетесь. Забираете вот эту кучку обязательно. О, сейчас темно будет, а у меня ни ресурсов, ничего нету. Разгоняйтесь и... Вау! Нет, слава богу, невозможно допрыгнуть. Ладно, пилар я там поставил. Нет, не знаю на самом деле. Пиларчики. Ага, я просто могу сейчас как сделать? Не знаю, хватит, нет? Могу вот эту штуку сделать. На самом деле, как я понял, можно спокойно ремовывать части. Здесь есть такой молоточек, вот он. Написано, this tool is used to remove placed structure by your or your clan. То есть своего клана можно ремувать, можно и как бы, так что все нормально. Можно это делать. То есть заремувили, что-то неправильно поставили, перестановили и заново поставили. Вот это сказанул, так как пахан просто. Iron plate. Я сейчас ничего не вижу, думаю, нужно сделать посветлее. Вот так, чик. Ну, с этими... Блин, отморозками было весело. Они меня чуть это не завалили. Что у нас здесь? Дровишки есть. Так, так и так. Пускай печется. Здесь что у нас есть? Здесь у нас... А, может, допустим... Ага, вот если я, допустим, перекину вот эти все штуки, айроны там, не знаю, что-нибудь так перекину. И... Ага, вуд и болт надо. Вот вуд тебе, пожалуйста, и болт. Болт, нам нужен стил скрэп. Стил скрэп. А у нас есть хоть чуть-чуть стила здесь? Стил, пожалуйста. Отлично. Успел, нет, забрать. А мне нужно сколько стила было. Есть. Все, делаем. Хорошо. Но пока мне столько переплавлять, наверное, не надо все-таки. Все-таки я вот уберу аккуратно. Все. Потому что у меня их очень много. Пока они мне не нужны. Самое главное, это вот эта вот пика. После этой пики уже можно как бы... Идти в замесы. Скушать еще хлебушек, который плюс 4. О, сейчас мы и будем заниматься ночной охотой. О, наши ведь, наши ребята. Сейчас мы вот тут вот, вот так вот покушаем. Все. Хлебушка, я думаю, с плетанем возьмем одну штуку. На всякий. Это убираем и поплыли. Вижу я ваши фонарики, вижу. А, у меня на другой стороне лодка-то моя. Ах ты ж, ёк-макарёк. Я думаю, сейчас быстренько плыву здесь. Быстрее, быстрее, ребята. С копья мы навернем. Там главное попасть в голову и все. Это сразу труп. Ох, как они фонарями палятся. Ночная охота будет. И там тоже кто-то есть. Сейчас. Попробую вас позабирать. Главное, чтоб... Ой, куда я поехал-то? Куда-то на сушу меня выкинуло нечаянно. Едем. Ну, дом у меня такой. Ресурсы, на самом деле, что-то тяжеловато набирать. Очень тяжело. Поэтому я решил с копья помочить. Вот обидно, что я акуле подарил вообще, ну, не слабое количество ресурсов. Там по 25 металла было каждого. Мне бы сейчас хватило на 3 стенки, наверное, один фундамент. Фармить пока не будем. Я хочу посмотреть, где есть люди. Там фонари. Вот там тоже видел фонарики. Ах, я иду к вам. О, а здесь ресурсы. Дерево вон вижу. Где вот они фонариками баловались? Мой дом. Ага, во, вижу. Вижу, парень. Балуется фонарем. А вот, видите, показывает такая белая штука. Это интересно, он где? На этом пляжу или куда-то на другое ушел? Сейчас мы к нему прокатимся. Заедем, заодно и протестируем. Вот, оплыл я свой дом. И здесь есть куски металла. Надо бы в идеале, чтобы он его еще и фармил, чтобы я со спины зашел и спокойно ему в шею хедшотом попал. Вот где вот он тут светил. И что-то нифига как бы и не вижу я. Может быть, дальше прокатиться? Там что-то горит. И вот теперь там что-то светится. Может быть, это какие-то блики не те? Ого, взрыв был. Хорошо. Ну, я хочу ресурсы отнять. Хочу просто побраконьерничать, мародерствовать.
Объезжаю этот остров, наверху вроде... Да они хитрые. Там прям хорошо фонарик светил. А сейчас вот, ну, не видно никого. Некоторые спрятались. А некоторые могут вот сидеть на этой горе. Я просто не хочу проверять. Надо, чтобы он спалился, чтобы я сразу вышел и начал карать. Что-то здесь не пахнет людьми. Вот там далеко, что ли? Во, фонарями балуются. Поехали. Поехали туда. На разведку это куда? Угу, примерно понял. Я думал, это на вышку нефтяную, но на самом деле нет. Они просто на острове, видать, балуются. Нужно сейчас залететь и просто один раз попасть. Тут будет мистер Ваншота, один на один. Либо я, либо он. Но если он будет с киркой, то это вообще на изи. С кирки он мне будет отнимать там по 5, наверное, максимум. Может, по 10. В голову, наверное, полтинник. А с копья в голову сразу пока. Где-то здесь ты должен быть. Я же видел тебя издалека, ты баловался фонарем. Еще раз, давай. Покажи. Покажи, что ты где-то здесь. Вот, мой хорошенький. Я плыву к тебе. Спалился. Жестко причем спалился. Главное, чтобы он не убежал. Он по-любому лутается. А там много ресурсов он мог нафармить. Это 100%. Сейчас главное забрать его ресурсы и убить его. Вот эти вот плавания, конечно, вообще офигенно. Плывешь не знаю куда и не знаю зачем. В надежде, что убьешь. А если он там не один? Ладно, попробуем. Нам нужно уже проверять механику боя. Учиться воевать. Иначе так можно бесконечно фармить. А чуваки уже будут с револьверами. Мы хоть зато поймем, как копье работает. Подождите, он подходит уже, что ли? Или что он делает? Я когда-нибудь подплыву уже сюда или нет? Плыву. Сейчас, я думаю, аккуратно нужно будет слезть. Он же тоже слышит, что я подплываю. Все, выключил. Выключил фонарь. Понял, что здесь что-то не то. Фармит. А вот главное за ним успеть, чтобы он не успел свою штуку и не спрыгнул. Идем за ним. Я слышу, он ресурсы лутает. Давай. Вот он бежит. Он сейчас успеет в лодку сесть, и все, и хана. Давай, хедшот. А чё не попало? Почему не попадается-то? Во, нормально. А чё у него ничего не было-то? Как будто кто-то еще топает. Только булка, что ли, и все? Это вообще не серьезно. Ты что, плыл за чуваком, у которого только булка? Я не верю. И что он рубил этой булкой? Где ресурс-то? Ах, опять не повезло. Я его, значит, еле-еле ваншотнул как-то. Прям вообще как псих. Спалил его фонарь. Думал в надежде, что сейчас лутану кучу ресурсов. А он здесь просто херней страдал. Он даже непонятно, что он рубил. Он, наверное, только в игру зашел. Бедолага, мать его. А где? Где его труп-то? Вот он. Ну что, серьезно, что ли? Ну, кстати, он даже себе эту не сделал, машинку. Вот ее заберем, если наша поломается. Еще есть здесь какие-нибудь отпетые... парни рядышком. Фонариком посветите мне, чтобы я к вам приехал. Ресурсы мне ваши нужны. Нужно сейчас в кого-нибудь попробовать вгрызаться и не отпускать его. Видите, с копья бой вообще не... О, вижу. На следующем острове. На следующем острове. ПВП-охота, мать его. Поехали. Валим. Видел я парочку. Он раз спалился там фонарем. Он может быть на том острове. Не знаю, хватит ли у нас сил его победить. У меня две буханки еще. Дерево, но дерево мне пока не надо. Я хочу чисто повоевать. Смотрите, уже кто-то большой дом отстроил. Ну вот ходит он там, и там кто-то ходит. И здесь кто-то светит. Кто-то на скалу уже залез. Сейчас пойдем его искать. И справа, по-моему... Ага, один в доме ходит. Другой... Ну блин, там меня убьют. Там из этого дома меня ведь накажут. Если что, вот так вот оставим аккуратненько.
Парканемся. Сейчас посмотрим, что у них здесь есть. Хорошо, этот понятный чувак. Но там я бы с этим домом лучше бы не связался. Кто-то бегает в депо. Можно в депо попробовать съездить, посмотреть, что там. Но если он с револьвером, нас в депо просто снесут. Поехали в депо. Тут что-то прям таких уж нету средних. Либо залутанный чувак, либо голый. Сейчас проедем через... проплывем через дом, посмотрим, какой он красивый или что он вообще из себя представляет. Главное, чтобы мне поджопник тут не дали. Вот такой, во-во, палят. Типа, что есть такое? Только не стреляйте. Он такой смотрит. Че? В двуху смотрит. Такие с фонариками. Нормально пацаны отстроили. Слушай, классно, прям в наглую. У них вон... Они сейчас сядут на свои машины и будут меня кумарить, как я понял, да? Или не будут? Светят своими фонарями. Я боюсь, просто это могут быть те ребята, которые со скутерами. Со скутерами здесь быстро. Даже не разговаривают, не спрашивают, как тебя зовут. Просто приплывают и мочат. И все. И дела с концом. А вот там вот кто-то что-то создает. Может быть, у нас есть шанс? Может быть, у нас... Ну, там, наверное, ребята уже с револьверами. А вдруг получится их завалить? Одному так хрясь, и второму хрясь. Но это нереально. Честно, это нереально. Они там... Можно попробовать стырить. Стырить то, на чем они приплыли. Вижу я, они там к чему-то прибортовались. Вижу прям сбоку. Но они будут, наверное, скорее всего, охранять. Опа-на, они там какую-то жесть делают. Реально какую-то жесть. Там какой-то этот... Там Урал! На... Ё-моё. А вот это что не открывается? Не открывается. Ага, у них пистолеты. Ё-моё! Здорово, пацаны, открывай! Нужно открыть ворота как-то. Как открыть ворота-то? Вон он стреляет по кому-то. Он меня не видит, что ли? Да ладно, он меня не видит? Давай! О-оу. 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 Как открыть дверь? Можешь попробовать наверх? Он оттуда идет. Блин, как отнять-то эту штуку? Убил! Так, хорошо. Булки хаваем. А, берем револьвер. Перезаряжаем револьвер. А, как открыть эту штуку? Дрюку, мать его, или это чей-то дом? Что-то я понять не могу. Или это реально чей-то дом? Сейчас попробуем посмотреть, что здесь и как. Так. Так, здесь закрыто. А, подождите, он это депо... А, они пристроились просто тупо к этому депо. Ну и как уехать-то на этом Урале? А? Если эту опустить вниз. Door Tier 1. Но она не открывается. Типа электричество как-то надо подать, что ли? Здесь, если вниз опустить. Потом там опустить вниз. Как открыть? Мы просто можем забрать себе на эту подушку. Здесь вниз.
Здесь вниз и там вниз. Обалдеть. А, топливо сейчас кончится, я понял. Бабах. Вот тебе и бабах. А есть, можно как-то залутать его? Так. Понял, аккумуляторы и все дела. Но это жесткая штука. Ой. Самое жесткое, что здесь есть пулемет, в котором нет патронов. Но из него можно стрелять. Зато у чувака украл. А можно прицеливаться? Можно прицеливаться. Это, конечно, супер. А, только как все это дело забрать? Как я его копьем-то закарал? Ну ладно, хоть револьвер сейчас увезем. Честно, не знаю, как открывать. Можно наверх попробовать забраться, посмотреть, что там. Здесь дверь у него, здесь ворота. Вот, здесь он, по идее, создал. Создал, видите, здесь можно создать шип-ярд. Можно вот такой корабль создать, Гунбун Эребос. Во, можно какой сделать. Кстати, можно было записать все эти, записать все, ну вот, ресурсы и уже попробовать сделать. 3, 4, 6 аккумуляторы. Ага, ситов, все шпаки, шмакики. А как мне убрать эту штуку? На таб нажать. Обидно очень. Ну неужели она никак не открывается? Но она же должна быть общая, разве нет? Так, что, кирку мне одну не надо. Я возьму вот сюда аптечку, сюда хлеб. Так, футбол хелмет, смотрите. Футбол хелмет, а как его сделать? Это чертеж, что ли? Ничего себе, а может быть я его смогу одеть? Да, я его одел, смотрите. Я одел шлем. Stage Watch Water Battle, нет, это не то. Maximum Raft, это тоже не то. А, вот это копье я оставлю, конечно же. Ну и все. Либо сюда нужно электричество как-то подавать, чтобы все это дело открыть. Типа сначала крафтите, что ли, а потом... А потом не знаю, что делаете. Пацан бегал с револьвера здесь и мне его отдал. Вот это супер. Сейчас мы поплывем тогда в сторону дома, а у меня много ресурсов-то здесь. Клубки, копперы, глицерины. Линзы даже есть, аккумуляторы. Дактейпы, 11 патронов. Кстати, патроны легко делать или тяжело? Патроны. Iron Scrap, Black Powder, Bullet Case. Ого! Это вообще откуда и как это делать? Что-то я не совсем понял. Ладно, уплываем домой. Эх, классная штука. Покатался, ну... Смотрите, как он валит. Он не то что валит. Он разносит кабины. Это просто жестокая штука. Она просто сумасшедшая. Просто супер. Ладно, уплываем отсюда. Что могу сказать еще? Здесь вот так вот сделаем. Покушаем хлебушек. И можно вот еще подобывать здесь всякие обломки. Так, изолента. Ага, вот откуда всякие прикольные штуки для машины можно найти. В таких вот, грубо говоря, мусорках. А я вот обычный парень на Руси. Гоняю вот на такой заднице. Ребят, ставьте лайк, если вы увидели Урал. На подушках. Блин, а он жесткий. Потом ведь его еще заправлять надо. Мне нужно плыть вот отсюда. На самом деле далеко я ушел. И тот трупак валяется. Не смог он уйти. Я могу, считай, стрелять с револьвера. Круто. И с копья лупить. То есть, как можно сейчас поступать? Вижу каких-нибудь чуваков на квадрике, подпускаю их к себе и издалека начинаю по водиле стрелять. Если еще, мне кажется, в хедшот даешь. Но у меня еще маска есть. У меня же еще маска, не забывайте. Теперь хедшотом я не помру. В этом доме живут какие-то парни. А мы потихонечку отсюда не выплывем, как я понял, да? Просто напрямки или выплывем? Думаю, что выплывем. Если мусорку или зеленый ящик находим, сразу его лутаем. Без него никак. Ну и сейчас в сторону дома. Здесь вон справа вообще два металла и навес. А кто сделал этот навес? И другой вопрос. А зачем его сделали? Он водичку, что ли, дает? Вот это интересно.
И ресурсов там, дай боже. Ну-ка. Ничего нету, а здесь... О, как раз-таки те шестеренки, которые нужны были для создания. Только как вот они такой ангар засобачили, и этот прям уродец пристроился к этому ангару здоровенному. Мне кажется, от этого нужно как-то убирать их. Все, перекину. Одну кирку мне не надо. Подожди, вот этот дроп айтем вот так делается. Так. И все. Здесь мы выкинули. Копье есть, фонарь тоже не надо. Здесь не надо. Ну и все. Погнали дальше. Вот и попутешествовал. Подожди, там что-то горит. Ладно, нам до дома надо доехать. Доплыть. С техникой потом, если с самолетами, будет вообще, наверное, супер. Хобаньки. Хобаньки и поплыли. Так, сюда, сюда. А, слева дом здоровый. Справа, по-моему, никого. А вы говорили, игрушка так себе. По-моему, она имеет место быть. Попробовать поразвиваться, дойти до чего-нибудь интересного и взрывоопасного. Я не знаю, сколько времени это нужно тратить. Но вот, допустим, с сетхомами и телепортами было бы быстрее, как обычно это делают в серверах. А вот, что я хотел сказать, я где-то здесь живу. А, зато никого не найти было бы в мире. А вот сейчас я могу гангать, понимаете, насколько это классно. Теперь я сейчас научусь как-нибудь делать патроны, хотя я могу все эти 11 штук с собой взять. И гангировать. Гангировать. Просто с револьвера, с чего только можно. Просто делать ганги. Дичайшие. Сейчас доплывем до дома. Все скинем, слава богу. Что у нас? Ну, у нас тут вообще... О, копперор. Откуда он нашел эту руду копперорную? Я еще думаю, подлутаю по дороге. В итоге, по идее, я свой... О, вот это грех не подлутать. Это вообще хорошая штука. Так, порошочек. Какой-то. И зачем он нужен, этот порошочек? По-моему, пустая вода или нет? Хорошо. Вот это вот можно было выпить. Где она там? Вот. По 5 добавил. Ничего себе. Layer... А, Layer of Powder. Как еще раз? Lie in Powder. Угу. Хорошо. Дальше поплыли. Сейчас главное не наткнуться на квадрик. Я пока не готов воевать с квадриками. Ну, как бы я морально готовлюсь, что скоро я попаду на какого-нибудь урода. На квадроцикле. Они в основном по двое еще плавают. Вот в чем еще вся фишка. Но на квадрике это было бы намного быстрее. Нужно понять его, как еще сделать. Квадрики. Где вот можно квадрик сделать? Потому что в том ангаре, что ли, получается? Ну там вообще что... О-о-о. Какой-то чувак едет. Че, попробуем его бахнуть? И за ним еще один. Правда, здесь мой рядом дом уже. Ну иди сюда, паря. Ты готов? Попробуем стрельнуть? Проверить. Как это будет выглядеть? Давай. Что? Я его убил! Обалдеть. Это было жестоко. Может быть, лутанем как-нибудь? Так, хлебушек. Копье! Еще одно копье. Слушайте, а я... Я очень дикий парень. Тут можно ваншотить еще. Вот меня так тоже пару раз убивали. И там вон два друга. Мы сейчас как раз доедем до дома. Но что-то с двумя друзьями я не хочу. Они по... Что они делают? Я думаю, они стреляют. Эй, два зюзика, отстаньте от меня. Надо их сейчас до дома везти и из дома стрелять. Они не поедут? О, опять. Hello, my friends. Hello, guys. You friendly? Okay. Follow me, guys. I'm friendly too. Сейчас, сучки. I kill your friend? Yes. Guys. I kill your friends? Oh, sorry, man. Sorry.
What the problem, guys? Stop it, guys! Сейчас, сучки-щенки. What the problem? Идите сюда. Сколько у меня? 11 патронов. Не так-то и много. Но я быстренько все скинул. Но против двоих это, конечно, будет... все, они сыканули. Они немного сыканули. А зачем они так катают? У них что-нибудь есть? У них фонарики только. Не попало, жалко. Hi, guys. Hi, guys. What the problem? What is... Nothing. We're just swimming around here, you know? Why? 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 Where is your friend? What the problem? Давай, давай, поехали за мной. Сейчас мы разберемся с тобой. Сейчас он хочет залутать своего друга. Сейчас залутает. What the problem? Что-то как-то стрёмно дамажит, если честно. Оп, попало. Он умирать там собирается, нет? Ой, ты! Скушать. Этот вот ты проблем достал меня уже. Да, револьвер что-то, по-моему, шляпа какая-то. Так, у меня 3 патрона осталось. Нужно добить этого урода как-то. What the problem? А у него больно-то ничего такого не было. А у его друга? Давай посмотрим, что у его друга. О, да, детка. О, да. С СМГ. Ой, ой-ой-ой. Акулы. Все, уплываем отсюда. А чё он не стрелял-то? Он не стрелял с этой штуки! У него 20 патронов в ней! О, господи. Просто господи, поможи мне. Плывем в свой домик. Он просто не хотел стрелять. Почему, я не знаю. Честно, не представляю. Это просто море лута. Так, нужно сейчас залутать вот эту штуку. Почему? А этому я хорошо попал, еще и отхилялся аптечкой. Просто на скеле все сделал. Вот эту штуку жалко, она сейчас взорвется, ее нужно как-то в гараж приватить. Понимаете, либо на нее надо садиться, она потихоньку отмирает. Но эти ребята, по-моему, обиделись, вообще, наверное, очень жестоко обиделись. Я бы обиделся бы на их месте. 12 булок. Они просто едут и шакалят, ясно теперь все с ними. Еще нужно сделать сундуки. Дождя, куда он выкидывает? Дождя, куда он выкидывает-то все ресурсы? Я что-то не понял. Вот эту кирку не надо. Я только что просрал пистолет, потому что он его куда-то дел. Я его нажимаю туда перекидывать, а он его, видать, не перекинул. Ну ладно, у меня есть теперь Makeshift SMG 9 мм. Она дорогая, интересно, или нет? О, да. А что по патронам? 9 мм. Iron Scrap, Black Powder, Bullet Case. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока-пока.